было отобрано 8 лент, это и художественные, и документальные. И тут около 500 тысяч детей поступают, смотрели, продемонстрировали школу. Все русские школы за рубежом тоже это показывали, во всех домах Россотрудничества за рубежом тоже эти книги все демонстрировали. Мы планируем после вот окончания этого фестиваля, уже много лет, которые будут отобраны, продолжить эту тему, может быть, она будет по-другому чуть-чуть называться, но знакомиться нашу молодежь и детей с фильмами о спорте, о героях нашей страны, и не только нашей страны. Я живу и знаю, что есть в мире чудеса, которые спасают. Забвенье, окрыленные слова, слезы не от горького повода. В единой песне льются наши голоса. Мы вместе, значит, мы все еще молоды. Я живу и верю, что есть в мире чудеса. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на открытии церемонии 21-го фестиваля международного спортивного кино «Красногорский». Аплодируем, да, друг другу. И сегодня вместе с нами актриса театра и кино, исполнительница главных ролей в сериалах «Шаманка», «Соцсети», «Угради меня» Инна Коляда. Благодарю. И, конечно, российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне, серебряный призер в эстафете зимних олимпийских игр 2014 года, победитель многодневной лыжной гонки Тур де Ски 2013 года, заслуженный мастер спорта России Александр Клехков. Плюс, конечно, мы сегодня должны были большой прийти такой группой депутатов, спортсменов, но Государственная Дума принимает бюджет. Бюджет на следующих 3 года. Поэтому это тоже очень серьезно. И должна сказать сразу, что бюджет на кинематографию у нас на следующий год увеличивается. Это к фестивалю. Фестиваль 21 год. Вы знаете, два замечательных человека 21 год назад решили проводить такой кинофестиваль. Это глава города Подмосковья Красногорска и Владимир Петров. Почему Красногорский? Очень часто нам говорят. Ну, потому что там находятся все наши фонды документального кино, все наши, вся наша фотохроника. Ну и, конечно, было вот такое желание. Любой кинофестиваль – это праздник. И уже участие в кинофестивале – это уже прекрасно. Вот, тем более такой чудесный и, в общем, редкий кинофестиваль спортивного кино. Я уже посмотрел, по-моему, половину. Вот, есть очень интересные вещи. Знаете, я по-простому сужу. Вот мне, вот я смотрю, думаю, ну, победят они или нет. Значит, все, уже кино состоялось. Вот, так что я поздравляю всех участников, всех зрителей, которые будут ходить бесплатно, да, на этот фестиваль на разных киноплощадках. И заверяю, что мы будем судить, как говорят в спорте, беспристрастное судейство. Есть такая расхожая, к сожалению, неправильная теория, что в России очень много спортивных фильмов. Она исходит из того, что замечательные картины «Легенда 17», «Движение вверх», «Лев Яшин»,
11 молчаливых мужчин действительно стали бестселлерами. Их смотрели очень много. Но вот я знаю, что у нас сейчас при составлении программы была очень большая проблема найти точно такие же так называемые блокбастеры, хиты игровые, чтобы показать вам. Но я вот одновременно работаю в игровом и документальном кино. Доложу вам, что документальное кино, сегодняшнее документальное кино, ни в чем не уступает хорошим и средним образцам игрового кино. У нас очень много новых интересных новостей. У нас такой происходит даже, наверное, ребрендинг, можно сказать. Перезагрузка. Она нам всем очень нужна. И, наверное, фильмы в конкурсной программе тоже представляют некий интерес в этом смысле. У нас много новых фильмов о новых спортивных дисциплинах, об интеллектуальных видах спорта, таких как шахматы. Программа у нас новая, совершенно замечательная. Это как раз та самая перезагрузка, которая нам сейчас всем очень-очень нужна. Конечно, я благодарю всех наших замечательных партнеров, прежде всего Министерство культуры Российской Федерации и, конечно, Музей Победы, руководство Музея Победы, руководство кинотеатра «Поклонка» в этом прекрасном знаковом месте. Мы проводим не только Международный фестиваль спортивного кино уже который год, также мы совместно проводим наш специальный кинопроект, о котором рассказывал наш президент Ирина Роднина, герои войны, герои спорта. Это очень важный патриотический образовательный кинопроект, рассказывающий историю советских спортсменов, легендарных спортсменов, героев и участников Великой Отечественной войны. Мы выбираем.